Меня зовут Наталья Гусакова, мне 35 лет. Творчеством я занимаюсь на протяжении всей своей жизни. Плотно пишу картины последние лет 10. Пишу я обычно масляными красками, либо акрилом. Основным источником вдохновения для меня является сама жизнь, сам факт жизни и окружающий меня мир. В основе сюжета моих картин лежит взаимосвязь материального и духовного миров. Другими словами, я подмечаю какие-то обычные вещи, которые несут духовный смысл. Это я их называю маленькие чудеса, которые как бы мы на них не обращаем внимания в силу жизненного ускоренного ритма, но которые могут нас сделать чуточку счастливее, чуточку лучше. Стоит только остановиться на мгновение какое-то и посмотреть вокруг. Это могут быть мыльные пузыри, которые затронут нотки души и напомнят нам о детстве. Это могут быть какие-то солнечные зайчики, которые ползают по дивану, по стенам и поднимают настроение. Это могут быть бабочки, которые сидят на сухих ветках, на кактусах, напоминая нам о том, что жизнь многогранна, и там, где что-то колючее и неприятное, может быть радостное и цветное. Это могут быть капли после дождя, что угодно. Это могут быть пробивающиеся сквозь там, тротуар, сквозь асфальт росточки жизни зелененькой. Надо просто это только увидеть. Аминь. Эта картина называется «Жажда жизни». На ней мы видим, она выполнена маслом, на ней мы видим безжизненное полотно земли, спокойное, тихое, голубое небо и трещина от сухости, от засухи. Вроде настолько это все должно быть безжизненным, но, однако, в центре мы видим яркие, милые, красивые маки, которые сквозь эту безжизненную безысходность пробивают наружу. То есть они именно хотят жить. Я считаю, что нам очень многому нужно научиться у природы, именно вот любви к жизни. И несмотря ни на какие трудности, чтобы мы могли делать что-то хорошее. Это, так сказать, дополняет еще вот эти маленькие птички, которые летят непосредственно и не обращают внимания вообще на все, что происходит под ними. У них своя жизнь. Хотелось бы, чтобы эта картина напоминала людям о том, что мы должны быть сильные и радостные, какая бы серость и безжизненность вокруг нас ни была.